защищать героя. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Адекват и Каспер, мы продолжаем смотреть Complexity Gaming, теперь уже против Liquid. Почему теперь уже? Просто потому, что сегодня было слишком много дут, и я уже немного устал, начинаю заговариваться, не обращайте внимания. Все та же Best of 1 серия, все те же, все тот же турнир, все тоже. Все тоже, смотрю, у Чесси написано Хон Трэш на аватарке. Ну да, в принципе, оттуда пришел. Теперь можно туда и уйдет. Возможно. Ты так хотел сказать. Возможно, если проиграют тут сейчас эту самую группу Б, кстати говоря. Complexity и Team Liquid еще не выступали у нас на этом турнире. Очень поздно у них стартует матч. Вот сейчас тут по местному времени уже 8. Да, уже 8. И они, ну я не знаю, я, конечно, Когда я часа уже 4 или 5 назад видел Куроки, он уже здесь был. Ходил. Ну да, я его тоже буквально только что видел. Они там как раз в лаунж-зоне немножко отдыхали и, я так понимаю, готовились к игре. У нас появляется Котл у Complexity. Вот этого пацана я точно не ожидал увидеть. Ну и давайте поглядим вообще на стадию драфта. У нас минус Эмбер Спирит. Какой еще Эмбер Спирит? Earth Spirit, Висп, Дваурер и Разор со стороны Complexity. Понятные сигнатурные герои Фаты и Джуракса. И, соответственно, ликвиды банят инвокера, герокоптера, джиггернаута и оракла нынче модного. Ну, просто сильных героев решили поубирать. Что интересно, я вот вижу, что забанили инвокера, герокоптера, но при этом отдали противнику Death Profit. Так ли обычно? Обычно знают, что надо с таким героем делать. Вот я тебе так скажу. То есть, когда команды... Да, когда команды так делают, они обычно в курсе, что с этим делать. Если они так делают и не в курсе, значит, это глупые команды. Я согласен полностью, и поэтому я на это как раз таки и намекал, что... Ну, с Death Profit, на самом деле, знать, что делать, ну, в принципе, невозможно, да? То есть тут конкретно что может прям вот точно контрить Death Profit? Не, окей, с ней... даже если ты давишь ей до стадии лейнинга, она все равно выфармит... С ней хорошо, например, вот смотри, по поводу стадии лейнинга. Видишь, уже Liquid берут одну из своих сигнатурок. Вообще нельзя сказать, что это прям совсем сигнатурка, просто сигнатурка по функции. Это очень сильный мидер как таковой. Он очень хорошо стоит на линии, проиграть ему очень легко. Выиграть у него тяжело, проиграть легко. Это Вайпер, естественно, если вы не поняли, о ком я говорю. То есть Death Profit против Вайпера будет не так комфортно стоять. Ну да, не так комфортно, но она стоит. Это один из тех героев, которые против Вайпера еще более-менее. Да, есть такой герой, как Оден, например, или Разор, ну там плюс-минус. Стоит хорошо. Спасателей у комплексе нет. У ДП могут быть в миде проблемы от Туска и Вайпера. Если это будет Туск Джеракс Роумищей, а это будет Туск Джеракс Роумищей, скорее всего, то в таком случае у Death Profit реально будут проблемы. Если Вайпер качает просто второй, например, Poison Attack, это уже 20% измерение, чего в принципе хватает, чтобы продолжать избивать постоянно, то любые шарды, любой сноубол, любая вообще любая инициация, она будет наказывать Death Profit. Потому что у комплексе, ну чем спасать? Только отвечать контратакой. Ну, может быть, слип, но слип ты кидаешь на одного, а атакующий героя уже два. Есть такой вариант, но опять же, мы учитываем, что вот эта вот новая способность у Death Profit, этот вот Spirit Siphon, позволяет тебе, в общем-то, от двоих отбиваться, от троих и так далее. И что Бейн, если одного держит, дизейблит, то Death Profit один на один с другим героем, в принципе, может справляться. Ну, ну, типа того, да, есть такое. Тут просто все будет зависеть от того, как пойдет, да, на самом деле. Ну, я к тому веду, что Death Profit, ну, прям не сильно страдает от Вайпера. И к тому, что, как бы, вот, ну, прям вот сильно законтрить ее чем-то, ну, очень сложно. Нет такого пика, который бы ты сказал, что вот они сейчас взяли этого героя, который загнобит ДП. Ну вот просто нет, Доти. Ну, честно, по поводу убийства ДП... Нет, нет, по-любому можно что-то найти. Во-первых, против нее достаточно неплохо работает Апаришн, потому что со всеми своими этими Октаринами и прочей фигней ее потом очень тяжело убивать. Апаришн очень сильно помогает. Юлы, вот эта прочая фигня... Ну, я бы мог предложить... какого-нибудь паджика, но это такое из разряда папчика лютого. Но, в принципе, это один из вариантов, как ее вытаскивать из этих юлов и прочей фигни. У нас тут Чен появляется. Так, Чен, там Бристлбэк. Интересно очень. Вообще, я видел довольно много матчей Team Liquid, опять же, на тех же самых квалификациях, потому что они в Европе выступали, они как раз-таки ту самую квоту выиграли. Насколько я знаю, комплексы в своем американском регионе тоже квоту взяли, но не без проблем. Ну, вот видишь, у нас какие интересные команды собрались, собственно, победители квалификаций. Так что им есть в каком плане помериться.
Ну, тут что интересно, опять же, вот я много этого написал в Твиттере по поводу того, что стараются многие европейские команды, даже не так, команды, которые под американским фрагом, но в составе имеют европейских игроков, стараются все время как-то проходить по американской квали, в американском регионе катать, ну, мол, там проще квалифицироваться на те же самые мейджоры, интернешнлы. И это, ну, мне не очень, если честно, нравится. И вот сейчас у комплекта реальная возможность доказать перед всеми европейскими коллективами, что они, в принципе, достойны. Знаешь? Ну, вообще, да, я с тобой соглашусь, безусловно. То, что ланы — это всегда был основной показатель скиллухи, подготовки, ну, в принципе, да, дисциплины и устойчивости как моральной, так и физической. Так что сейчас, ну, всегда вот для этих команд, которых обычно считают там в онлайне типа сильными, особенно вот это в КС есть такой термин, что там, да, ребята в онлайне катают. А когда приезжаешь на лан, все, ты вообще ни в кого не попадаешь, ничего сделать не можешь, а за лалка тебя там смеют, кидают помидорами. В доте такого чуть меньше, но это все равно присутствует в некотором смысле. Потому что есть много команд, которые в своих регионах, типа там Минески, да, которые всех там налево-направо разваливают, в других регионах они играть не могут, потому что пинг, а на лан они приезжают и играют не так хорошо. Вот что я хотел сказать. Ладно, у нас последний... пик от Complexity. Это у нас что, Bristleback в сложную или в легкую вообще? Ну, судя по бану Нюкса, да, это был Bristol в легкую. Это керри Bristleback. Ну, тут есть еще такой вариант, как киперу злать Bristleback в харту таблой, а Брюмастер на легкую в соло. Ну, да, возможно еще и нечто подобное. Ну, смотри, а что они будут делать в так, ну, во-первых, Чен. Которого... Ну, Чен бегает в лесу. А, да, Чену тут никто ничего не сделает. Вот в этом, кстати, есть один нюанс. Ну, вопрос, сам ли он сможет что-либо сделать. Вот смотри, Чен в лесу, значит, на легкой линии остается дабла. Это, ну, да. Тускар... Нет, Тускар даже тоже не будет, потому что Тускар с Дарксиром, по идее, должен будет бегать на оффлейне. Ну, может и будет, может и не будет. Тут тоже не ясно совсем. Ну, от керри, безусловно, зависит сейчас все у Team Liquid, потому что на харде связка Keeper, Slide и Bristleback, она жесткая. Не каждый керри выстоит, не каждый суппорт может противостоять. Вот эти вот стандартные комбинации, когда Keeper of Light просто дает ману нон-стоп Bristleback'у. Ну, может, Bristleback, ты не знаю, может, они какую-то керри-легионку сейчас возьмут? Как вариант, контра Bristleback'а. Во-первых, контра Bristleback'а, а во-вторых, сам по себе герой хороший. А еще очень любит брать либо Дума... Некрофос! Вот он, этот герой. Вот он, этот персонаж. Ну, вообще, такое, да? То есть попытаются они, я так понимаю, Bristleback'а убивать Некрофосом. Они, в принципе, постараются сделать так, чтобы Некрофос нормально постоял на линии. Ну, потому что... А что еще делать? Ну, то есть, во-первых, Матумбаме на нем играет. То есть он один из первых игроков у нас в европейском дивизионе, кто вновь вспомнил про этого персонажа. За что ему спасибо, потому что тоже неровно дышу я к этому товарищу. Ну и, впрочем, неоднократно доказывал, что катает он на нем очень-очень-очень хорошо. Посмотрим, правда, как сработает против конкретно этих персонажей. Там жирные есть ребята. В принципе, все жирные, наверное, за исключением котла. Так что нелегкая битва предстоит команде Liquid. Определенно. Рустам, живи. Тихо. Хэштег Рустам жив. Хэштег Рустам живи. Ну, давайте посмотрим, кто на ком будет у нас играть. Команда Liquid. КГШФФТ. Написал Чесси. А, говорят, у Чесси магазин на русском. Ну, видимо, просто настройки Стима русские стоят. В общем, Матумбамен будет играть на Некрофосе, Фата, Вайпер, Куро, Найчене, Майнд Контрол, Дарксир, прошу прощения, и Джеракс Туск. Ну и Complexity. Свиндл Меланс будет играть на Bristleback'е, Лимп на Деспрофит, брат Лимпа Чесси. Пломтин будет играть на Брюмастере, собственно. Зефрик скатает на Keeper's Light, ну и Ханскин на Бейне будет играть. Эти вот по блату понабирали, вот это кум, сват, брат. Я говорю, по блату понабирали вот это игроков себе в команды. Ну слушай, это довольно интересно, потому что команда образовалась здесь по два брата. То есть вот два брата Пломтины, это, собственно, Лимп и Чесси. И еще два брата, это Свиндл Меланс и Зефрик, если я не ошибаюсь. Ну вроде да, я вроде тоже такое помню. Ну, не, если
они умеют играть. Вообще, знаешь, это тоже такое дело принцип. Потому что, с одной стороны, да, ты можешь... ну, тебя могут взять, там, допустим, типа по блату, да, потому что, ну, ты просто брательник, с тобой там можно покатать. А с другой стороны, ты пытаешься всему миру доказать, что это не по блату. И поэтому и один, и второй брательник обычно играют, ну как, должны, да, по мере моральных своих настроев, если у них все нормально с этими делами. Ну да, нет, вообще... Что еще хочешь сказать? То, что два брата, у них же должна быть взаимосвязь какая-то. Ну, само собой, чувство, само собой. Но там, тут тоже все не так просто. Знаю я этих братьев. Все не так просто, согласен. Так, ну и что же, поехали. Mind Control сразу же улетает на топ с вардом и блочит, я так понимаю, отвод. Да-да, пошел, значит. Далее у нас тут что? Глх. Написал Джеракс. Слушай, по-моему, в комплекте решили таки поставить агрессивную линию на сложной. Не, ну они еще могут успеть разбрестись, так что тут пока еще не ясно. Но, да, но попахивает именно этим. Потому что смотрю на закупы, такие более-менее боевые, куча танкусиков и так далее, куча хила, варды, которые они могут поставить. Правда, сейчас как раз-таки под вардом противника они пробежались, их прекрасно видели. Боже, это же может быть Бристлбэк с Аганимом. Тот самый, который просто шмаркли налево-направо, вот это. На самом деле, я вообще считаю, что это имба. Ну, типа, а мне кажется, наоборот, что не очень юзабельно. Это тупо имба. Ну, в смысле, ты когда один кидаешь гу, команда противника уже думает, о мой бог, он умрет сейчас, второй заряд, это просто невозможно. А потом просто он плюет во всех. Не помню, там, какой радиус у него там. 1000, наверное. А, 600. Да. 1000 это был бы зашквар, конечно. Ну, 600 это тоже дофига, на самом деле. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, мы понимаем, что это Bristol Pack, который что фармит? В первую очередь, вангуарды всякие, потом пайп, блэкмейл, всякую гадость. Фишка как раз в том, что Аганим ему подходит, потому что он дает статы и хп, и ману. То есть это все для него необходимое. Не, так, ну а что ты ему еще предлагаешь собирать? Ну смотри, допустим... То, что собирали раньше? Не, так смотри, допустим, ты собрал Crimson, допустим, ты собрал там, я не знаю, ну, Blade Mail или Pipe. Там Меку или еще что-то. Pipe, ПТ. Pipe не всегда нужен. Pipe — это ситуативная штука. Да, но вот здесь нужен, по-твоему? Тут я бы не сказал. Ну, здесь да, здесь особо надо мастерить. Тут, ну, АОЕ магии не так много. Там типа есть всякие вот эти щитки и прочая фигня, но это отдельная тема для разговора. У нас тут Mind Control сейчас нормально поддамажил Ханскина и Чесси. Реально крипчики их тут подзадолбали малость. Ну, вот мы видим, что действительно та самая табла Котл Бристлбэк стоит на харде, и очень тяжело будет Матомбомену поначалу здесь стоять, пока у него левела нет. Джеракс, конечно, еще как-то пытается делать отводы, но... Тяжеловато, конечно. Противнику не подойти, что самое главное, зоне тоже не получится. То есть котла не прогонишь, Бристлбэка тоже никак. Обратите внимание, Некрофос на первом уровне прокачал садизм. Не часто я такое вижу, но он, видимо, все понял, куда он пришел. То, что его тут будут заплевывать по полной программе. А у нас в миде был выход от Чена, насколько я понимаю. Да, кстати. Да. А вот, смотри, даже Чен не понадобился. Он это просто крипчика своего отправил туда, и все. А вот тебе и фраг. Это на тему того, что можно делать с Death Profit Midi. Причем это вайпер яд еще в единичку имел. Который поизнан атак. Я думаю, что на следующем уровне прокачки, ну, в смысле, на четвертом левеле, возможно, мы увидим его еще в плюс один. Так что прям совсем эту ДП унижать. Ну, вообще-то начало неплохое получилось. Но опять же, как произошло, скорее всего, да? То есть Фата с Death Profit обменивались по ХП, и этот сатир просто шоквейвом убил. Ну, какая-то такая нелепая смерть, возможно, получилась. Но при этом Вайпер получил весь экспириенс за убийство Death Profit, соответственно, у него хороший левел. Ну и сейчас можно этим пользоваться и действительно загнобить ТП на линии. Да. Ну и там внизу сейчас оставили немножечко Бристлбэка, тем не менее... Ликвид, я бы не сказал, что этим совсем не пользуется. Ой-ой-ой, нападают на котла, нашли слабое звено, сразу же на него валятся. Как же ему больно, и замечательные шарды. Вот оно, слабое звено на линии. Они нашли его. А что сделает Бристлбэк в этой ситуации? Правильно, ничегошеньки. Смотри, что делает Фата. Фата понимает, что ему, в принципе, по барабану на все, что происходит с ним под Сайфон Солом. Ой, Спирит Сайфон, конечно же. Ну пока да, пока первый уровень только прокачки ДП. И на левел все-таки выше Фата, конечно, может доминировать. Ему и нужно доминировать. Нужно сейчас просто зонить лимпы и не давать ему подходить к крипам. Это самое важное. Вот он подходит, смотри, такой плюх. Ой, и знаете, опять вышли крипчики. Только теперь уже с Ченом. И летит сюда, конечно же, Бейн. Ну толку с тебя, ты тут тоже умрешь.
как и все остальные. Ах, разбудил его Чен, но Фата немножечко не успел. Вернее, не сразу сообразили, поэтому у Бэйна получилось чуть-чуть подубежать. И в итоге 3-0. Ликвид выдал. Вот тебе и деспрофит в миде. Ну это же Куроки на Чене вышел просто на сигнатурном своем Чене. Это уже мало кого волнует. Обычно, когда просто берут деспрофит, ей берут, ну, зачастую защитника. Это может быть Оракл, это может быть еще кто-то. Здесь мы видим, все, защитник не справляется. В итоге Ханскин вынужден оставаться в миде. Таким образом, оставляя Дарксира просто на фрифарме. Так может быть, стоило изначально Пейна поставить на мид? Ну, тогда бы Дарксир изначально стоял на фрифарме. И уже был бы ну, там ладно, как-то, с двумя слотами. Дарксир против Примастера, там, ну, более-менее. Не, ну, Примастеру тут не совсем сладко было. Все-таки милишник против Айншеллов. Причем ДС бы... А, ну и так ДС, в принципе, с левелом нормально тут дружит. Так его хоть гоняли, и он третьего пока уровня, а не четвертого или даже пятого, каким мог бы быть. Ну, просто как обычно, например, те же самые Спириты играют. У них, когда есть в команде Бэйн, Бэйн просто возле мида всегда находится, и он этот мид не покидает. Ну, правильно, правильно. Это если ты вот понимаешь то, что другие линии у тебя не сильно пострадают, а так у тебя получится зашквар против Дарксира. Но, с другой стороны, возможно, этим можно пренебречь. Возможно, это действительно то, чем можно конкретно пренебречь. Ну, тут как бы выбор такой, да, стоит. Либо помочь Деспрофит, чтобы она не умирала, либо отшугать Дарксира. Да, 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 именно так. Все верно. Как бы что ты считаешь меньшим злом, то и хорошо, собственно, для тебя. У нас Фата убивает Ханскина. У Ханскина просто нет телепорта с собой, и поэтому он умирает от Вайпера. 4-0. Вайпер, 2 ассиста, у Чена там 3 килла уже, между прочим, Куро совершает серию убийств. Куро красавчик. Просто каждый его выход — это всегда смерть для противника. И за счет того, что делает фраги, именно он заработал себе уже аркан на 5-й минуте. И с левелом тоже полный порядок, скоро будет 5-й. Честно, не знаю, такое ощущение, будто комплексы не привыкли играть в условиях, когда их избивают. Вот, мол, ну у нас там ДП в миде, сейчас она постоит, покрепится, все дела. Не постоит она, не покрепится, ее просто будут мочить. Инфата опять поднимается на пригорок. Ну, был бы сейчас Viper Strike, скорее всего, был бы фраг. А у ДП, кстати, телепортик есть, а вот у ДП, например, телепортика нет. Как же классно стоять против Вайпера без телепорта. Ну реально, это любой косяк, любой твой косяк, любой шаг в сторону, это смерть, если у тебя нет телепорта. Даже у Вайпера есть телепорт. Так, тут, кстати, на Джеракса нападают. Ну, майн-контрол можно сбривать, Primal Split уже был проюзан, майн-контрол минус, и там Тускар прячется, знает об этом Ханскин. ТП аут, Ханскин дал слип, сбил ТП и Чесси, конечно, тут же обратно. Чесси, правда, разве что клэпнуть может. О, клэпнул, норм, 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 норм. И еще плюшку. Бах. Кстати, сейчас можно вкатиться было бы на Чесси. Да, и он вкатился. Просто, просто убегает отсюда. Ему нужно два удара по нему сейчас сделать. Да. Ну, и он, собственно, помогает сделать эти два удара по нему. Замечательно, когда так играют. Просто развернулся, сделал шаг назад. Хотя в теории мог убегать. А в миде тем временем умирает Деспрофит. Опять выход от Куро. Опять погибает мидер. Уже в третий раз. Беда, беда. Совсем беда, конечно, с мидом у комплексити. Да и, в принципе, не только с мидом. Если посмотреть, то... то и на топе тоже были определенные трудности. Вынуждены были туда смещаться персонажи. Пришлось воевать даже. Взять Primal Split. Ну, окей, вот если посмотреть по лейнам, то в миде провал. На топе еще более-менее все в комплексе. Снизу есть Bristol Back, который, в принципе, держится по крипстату на топовом месте. И при этом стоял он против Некрофоса, который, в принципе, свой фарм тоже получил. То есть здесь ровно. Ну да, вот тут получается ровненько. Тут посмотрим, как этот Некрофос будет действовать, потому что Матом Бамен тоже по-разному на нем может играть. И сборки у него могут быть достаточно гибкие на моей памяти. Так что мне интересно понаблюдать за использованием этого персонажа. Куро опять выходит в центр. Опять они заходят в спину. И опять они будут идти убивать Деспрофит. Вот они нашли эту Деспрофит. Вот она пытается убежать. Вот Джеракс не стал давать шарды, потому что Куро просто слишком далеко. Но ДП уже понимает, к чему все идет, поэтому надо, наверное, отсюда сваливать. Ну да, то есть, возможно, стоит просто окружить себя какими-то вардами, коих у Деспрофит вообще нет. Если посмотреть на мид. Ну вот Бэйн варды как раз и купил только что. Ну, пора ставит, конечно. Значит, ТП просто из своего лустрика такого и не выберется. У него 0-3, может, 0-4, 0-5 и по накатанной. Это когда ты думаешь, что хуже уже не будет, а там Файпер. Думал, хуже уже не будет, да. Так, а что там у Деспрофит? Деспрофит 5 уровня.
Блин, мид настолько провален, у нее денег меньше, чем у Бэйна. Ты представляешь вообще, что такое возможно? Ну, я вижу это. Ченвон еще и Бэйна нашел. Ну, правда, Бэйн убегает. Да. Не те сумоны, чтобы подцепить. Да. Был бы тут тролль вместо одного из сатиров. Ох, чувствую, Бэйну бы не сладко пришлось. Да, там Брюмастер теоретически провязал Primal Split, пытался нагнать и убить Джеракса. Немножечко не получилось, Primal Split закончился, и Чесси вынужден отступать. Есть у него уже деньги практически на Blink Dagger. Это неплохо. И должен, в принципе, вставать активно сейчас на карте. По кулдауну своего Primal Split. Так, ну и тут я смотрю, Матумбамен пока тоже стоит на линии хорошо. 39 на 4. У него замечательный крипстат. Денег у него тоже достаточно много. Вангуард появляется у Бристлбека. Это первое такое серьезное приобретение, наверное. Вышка под этим временем в миде у Комплексити. Да, два сатира эти вроде пока не особо в тему, но вышку с ними нормально запушили. Ну, преимущество растет. Ребят из Team Liquid. Ну, просто вот. Фату непонятно, как останавливать. Вот, на Лимп, Лимп, есть ТП, но не успеет же проюзать. Да, он просто умер. Просто умер. И еще один телепорт покупает. А это как раз тот момент, когда ты уже очень плотно нафидел, и врагу пофиг, если у тебя телепорт. То есть, если бы Банша была хотя бы на уровень больше, например, у нее было бы чуть больше статов, там, чуть больше всего. И, в принципе, что, стой себе, делай тэп-аут, ради бога. А вот так, Банша только шестой получила. Стандартная ситуация, когда тебе немножко в первый раз при размене ХП не хватило, например, обычно такое бывает. Ты вроде отдался, возвращаешься на линию, снова разменишь, тебе опять немножко не хватает. И с каждым разом тебе не хватает все больше и больше. Да, 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 потому что враг-то на тебя качается, а ты в итоге... Нет, не качаешься. Там, смотрю, Mind Control ковыряет вышку и весьма уверенно ее ковыряет. Ну да, кулачком ее, бах, бах. Забавно, кулаком ее бьет эту вышку. Реально очень смешно. Да. Пришел Бэйн, а Том, с другой стороны, приходит Джеракс, правда, под вардом. И, скорее всего, здесь не должен представляться Бэйн. Хотя Джеракс может уже влетать, а Эншеллы есть. Вообще вышку хотелось бы сейчас тут запушить, да, и поэтому в наглую выходит Джеракс на Ханскина, вот, хотят они напасть. Да, глиф использован, и это минус Тауэр. Но пока все слишком просто получается для Team Liquid. Как-то уж чересчур просто. 5000 денег они ведут, даже больше. По экспириенс 3000. И даже... Оп, в миде пытались купить фанду. Я видел. Это панда кунг-фу залетающая в 20 метрах. У Фаты уже есть Dragon Lance. 11 минута. ПТ, Квилла, Magic Bond и Dragon. Боже, Dragon Lance на вайпере? Что? Это вообще законно? 705 дальность атаки. Что тебя смущает? Он круто. Может, вот так плеваться? Да, он и так, в принципе, не близко плюется, я тебе больше скажу. За счет того, что через яд у него анимация вот эта немножко затяжная, то рейндж первой плюхи зачастую там просто какой-то невероятный. Ну, возможно, если бы там ситуация была более-менее ровная на миду, он бы не покупался Dragon Lance. Но раз есть такой задел по деньгам, смотри, просто он там заплевывает. Ну, вообще, да, вообще все верно. Не, на вайпера это нормальная штука. Посмотри, 10 к силе, жир, норм. 10 к урону, замечательно. 10 к скорости атаки, вообще просто супер. Ну, и, естественно, рейндж атаки, что тоже лишним для вайпера не будет. Ну, и вайпера с уровнем все очень круто. 10-й левел, посмотри, у него обилки как классно прокачаны. Коррозив скин в 4, незертоксин в 2 и поизон атак уже в троечку. Да. Для сравнения, тут у комплекса самый высокий уровень 8-й. Только. Да, да, да. На тот момент купил себе барабан тем временем. Было несколько попыток от товарища Чейси как-то реализовать свой Blink Dagger. Ну, точнее, их было две попытки снизу и на миду. Везде они не увенчались успехом. В итоге Чейси последние минуты просто бегает и вообще не фармит. Пришел в мид, а там уже вайпер. Ну, и знаешь, это тот неловкий момент для комплекса, когда ты вроде бы набрал экшеновых героев, у тебя ничего не получается, ты думаешь, надо пойти пофармить, а потом обнаруживаешь, что у тебя нет хардкерри. И тут наступает курьез. Почему? Потому что Бристлбека вайпер, ну, вообще разматывает. Что Бристлбек просто не бегает, не бьет, он ничего не может сделать. Тем более с Драгонлэнсом. Ну, это тот самый стандартный милишный кор против рейнджевого такого жесткого героя. Типа Разор, Вайпер. Ну, выход на тир 2 уже пошел. Куроки здесь же, у Куроки там тоже должен быть полный порядок. Да, у него уже половина Ганима имеется. Очень быстро поднимает он себе деньги. Смотри, смотри, Джеракс тут спрятался за елкой. Так вот, опа, оббежал. Он видит Свиндл Мелона. Боже, он сейчас его просто завалит. Ну, смотри, ждет. Бам. Еще, говорит, бам. Еще бам.
Вообще можно было шарды в лицо дать тогда, но Джеракс, видимо, об этом не подумал немного и поэтому просто умер. А в это время Вайпер заходит уже на топ на Т3. Пару ударов по вышке он сделал. Ну, кстати, смотри, Бристлбэк все-таки решил собрать себе худ. Я не уверен, что это будет пайп. Скорее всего, это будет просто худ в целях самообороны. Именно против Некрофоса. Что все-таки Некрофос со временем может очень много дамаги наносить. Ульта, ульта, которая может его закрыть. Mm-hmm. Там теперь атака пошла на Фату, дал он вайпер страйк, но Праймал Сплит тут же проследовал. Ну, че он его отправляет на базу? Фата еще дерется. И... Нет, Чен его не отправляет на базу. Они он диспелили, он задиспелил. Да? Да, он, походу, просто задиспелил. Хорошо сыграно, Бримастер. Реально? Как уроки убить. Неплохо сыграно. Реально, not bad. Так это же контра. Полная контра. Полная контра. Ну что, я смотрю, что-то слетел эффект. Думаю, вроде же там нет обстоятельств, при котором эффект слетает. Оказывается, есть. Угу. Ну, хорош чейс, все грамотно сделал. Ну вот, наконец-таки пытается реализовать свой Primal Split. Ну, точнее, уже удалось это сделать. Немного он дал такого камбэка, заработать денег из своей команды. Ведь камбэк это в 2500 практически. Да, камбэк бы не помешал сейчас в комплексе, потому что 7500 лететь на 14-15 минуте это очень дофига. Сейчас, конечно, они, ну так, знатненько подпортили настроение ликвидом. Процентов так на 20, наверное, нетворса. Но это еще не конец. Если ликвид продолжит в, такой же, в таком же темпе. Да. Что? Kicked headset out. Я не хочу понимать, что значат эти слова. Что-то да. Странное сообщение. Но вроде бы готовы, да. Сразу же отжимается пауза, продолжаем смотреть. Ну что, 6-5. Казалось бы, по киллам так все ровненько, да, с отставанием всего лишь в один килл. Тут комплексы, однако, конечно, по деньгам очень серьезно проседает. Но честь и время атака нет, правила сплита. Не забываем КД. Некрофос рядышком. И да, сразу же через Рипер забирает килл. Да, возвращается сюда целая толпа людей. Ну, можно дальше ставить. Чен готов. Ксумон, точнее, у него готовы. Ну, сам Куроки тоже готов, в принципе. Три четверти аганим у него уже собрано. Ой, посмотри, как хорошо вкатывается на Свиндлзет. Замечательно, просто на него нападают. И Джеракс еле живой, кажется, уйдет. Фату в это время начинает душить, но погибает Котл. Фату продолжают избивать и захил. Но Фата, кажется, слишком много урона уже получил. Да, так и есть. Погибает Фата. Шарды отрезают лимпа от оставшейся команды. И вышку. Ликвиды пытаются добить последними усилиями. Пытаются забрать этот тауэр, и у них это, в принципе, получилось сделать, потому что его, скорее всего, задынают, но, я думаю, не такими, не такой ценой они хотели бы его заполучить. Матумбамен улетает на базу. Манкатрол сейчас пытается цепить, ставит он стенку, получает слип, но тут слишком много урона, залетает плюс Гушки на стакл, также хорошо Свиндлменс. Минус Куроки, Дианклу делает тапаут и уходит. Да, Куро выживает. Ну, вообще, та ситуация, когда убивали Вайпера, команда стояла, била тавер, называется ноль помощи. Просто ноль помощи, когда у тебя в команде есть Чен и Вайпер. Ну, точнее, Чен и Некрофос, которые могут захилять. Или Тускар, который может сейвить. А так Вайпер стоял, наверное, секунд 10 воевал с противника, просто четверых бился. А команда... Ну, Вайпер, да, Вайпер малость далеко залетел. И, в принципе, его уже догнал Бристлбэк по деньгам. Конечно, дальше идет доминирование ликвидов в финансовом плане. Но я бы не сказал, что ситуация абсолютно безнадежная для Кол, потому что Банша в итоге этой драки неплохо поднимает. Она уже почти 11 уровень, соответственно, второй экзорцизм. Так, тут нападают на Чесси. У Чесси есть Primal Split, а здесь нет Некрофоса. И, соответственно, зафинишить Брюмастера не оказалось чем. Слушай, ну они его и так могут забить. Неужели? Ну что-то вообще не чувствует. Что-то они его реально не чувствуют. Через секунду он соберется опять воедино. Откидывает камень и, возможно, заберет даже Джеракса. Да, тут подтягивается еще и Бристлбэк. Слушай, подтягивается тут также еще и Некрофос. Некрофос делает фраг на Брюмастере, который и так уже умирал. Возможно, это ошибка. Слушай, Ликвид реально тут закидывают катку. Буквально пара ошибок. Вайпер, опять же, из-за того, что... Смотри. Из-за того, что Вайпер купил Драгонлэнс. Погоди, я так, издалека зайду. Давай. Провожу логическую цепочку. Давай. Ты рейнджевой герой. Так. Ты покупаешь Драгонлэнс для того, чтобы быть еще больше рейнджевым героем. Логично. И тем не менее, ты постоянно сдыхаешь первый, потому что ты в самом центре драки. Нелогично. Правильно. То есть вот где-то тут должен быть парадокс. Либо на кой черт ты покупаешь себе Драгонлэнс,
если ты лезешь драться. Либо, если ты понимал, что тебе прям пипец, как нужно будет лезть драться, опять же, зачем ты его покупал? Да, и отсюда, кстати, еще и вопрос дополнительный залетает. Если ты покупал Dragonlance, но потом ты понял, что тебе нужно БКП, почему бы не разобрать и купить сразу БКП, а не покупая второй игроклаб? При этом два раза подряд в драку вступая и умирая. Ну, честно говоря, да, есть косячки, определенные есть. И эти косячки приводят к тому, что комплексы отыгрывают практически все. 2500, ну там в районе 3 остается преимущество у Liquid. А это уже, скажем, такие тревожные звоночки. Но из хороших моментов стоит отметить то, что у Liquid, у Куро уже практически готов аганим ночения. А это очень ранний аганим. Да, но опять же, там Бристлбэк, который очень плотный, который будет танковать, этих хэншотов месить и противник. У него уже есть пайп, он все-таки его дособрал. На секундочку, у парня стат 4-0-3. И он не умирал. И он сложную линию провел хорошо. И с ним могут быть проблемы. Потому что, ну, Некрофос своим ультимейтом может просто-напросто в спину закинуть, да? И, ну, толк от этого будет немного. Плюс ко всему пайп, то есть часть магического урона будет просто-напросто нерфиться. Да, все верно ты говоришь. Поэтому будут проблемы с этим Бристлбэком. Возможно, стоило Вайперу выходить... допустим, да, вот как ты говоришь, разобрать. Написано, можно разобрать. Русским по белому написано. Ты разбираешь... Покупаешь себе БКБ чуть-чуть дешевле. А потом покупаешь себе что? Правильно. Сильвер Эдж. Например. Да, ну чисто гипотетически. Ну, кстати говоря, вот на стадии драфта, когда мы с тобой обсуждали последний пик, и там очень быстро выбрали этого героя Team Liquid, я как раз таки думал о том, что надо взять героя, который мог бы в теории собрать Сильвер Эдж. Потому что так и именно так 6.85 этого Бристлбэка контрили. Просто Dragon Knight там, или какой-то еще один герой. Пусть даже спиритбрейкеры какие-то там. Сларк. Вот Матумба Мэн на Сларке. Это же, ну, вот самое сигнатурное, что можно вообще представить в этой жизни, в профессиональной по сцене. Он покупает Silver Edge, и с Бристлбэком проблем нет. Так, ну вот смотри, появляется БКП, появляется Аганим. Такие тоже два очень мощных артефакта. Если у Liquid даже с ними ничего не получится сделать, боюсь, тогда у них уже вообще ничего не получится сделать в этой игре. И этот Бристлбэк реально станет этим самым хардкерри, которого не доставало Колом. Ну да, у него уже Сэндж есть, уже 1900 хп, очень много, левел 13. Ну и пушит в комплекте, пушит, пошел с Винлменланс, дал гушку одному, второму. И такой думает, блин, я же могу давать гушку по всем! Возможно, стоит. Слушай, Бристлбэк, Брюмастер классно фрейгнул, по троим попадает, потом момент под сайленсом. Вроде бы отошел, начинает его душить. Лимпа убивает очень быстро, но Ханскин в крыску Излису неплохо подушил Матумбамена, не дав ему использовать косу. Но и без этого разбираются Liquid, убивая двух героев в комплекте. Двух ключевых героев. А почему? Давай. Потому что Death Prophet, ключив ультимейт... Угу. Не прожимает Юл, когда на нее нападают. А, это вот тот хэштег «А был бы Юл»? А был бы Юл. Он у нее есть, но просто она его не прожала. Как-то вот мне так кажется, что немножечко мораль потерял у нас с медлинии товарищ Лимп, когда его там убивали нон-стоп. И сейчас, когда, ну, есть теоретическая возможность как-то камбэкнуться, он немножечко уже подсдает позиции. Ну, то есть реально была возможность жить подольше. Для Бристлбэка это и нужно. Танк с экзорцизмом. И ты сам тоже жирный. Если вы вдвоем будете жить долго, значит, вы можете противника убить. Еще слева. Так, Блинк Даггер на Дарксире. Тоже замечательная штуковина. Учитывая то, что у него уже стартовый запак есть неплохой. И я так понимаю, что если мы поглядим на графики, мы увидим то, что Liquid вновь возвращают свое доминирование. Да, так и есть, все верно. Заходят они еще на Рошана. И сейчас будут вести, наверное, даже побольше, чем 7500. Огромнейший, конечно, баф от этого Ancient Гранит Голема. Куча хп. У сумонов, у тиммейтов. Ну, смог пропадает. Шарды, замечательные шарды вот от Джеракса. Он прекрасно понимал, откуда пойдут комплекты, и прекрасно понимал, что понадобится время его команде. Свиндлс, иди сюда. Даже в спину ему Вайпер нормально наваливает. Немного рановато, мне кажется, олл-хил, но тут же Матумбамен еще подтягивается. Еще одни шарды, отлично, обрезали дорогу Бристлбэку, но не стали идти за ним дальше. Любопытно. Видимо, первоочередная цель все-таки убить Рошана, а не вступить в бой. Побаиваться немножко все-таки тем легче нападать. Да, и просто убегают. Я думаю, что сейчас Liquid это увидят и более усердно примутся колотить Каменного. Заходит. На Ancient? Да. Вперед просто. Гранитный голем нормально зашел. Всех гонят, ты посмотри. Просто убегайте от него. Смотри, что вообще он с Ханскином-то делает. Так они его пробить не могут толком.
Ну да, а что с ним сделают? Так, там Свиндлос пришел за Бристлбэком. И вкатывается Туск, тут же майн-контрол, стяжечка есть, стеночки пока, правда, нет. Прожимается, наконец-то, Юл большой. Банша в глимере, начинают душить Фату, но Фата успевает нажать БКБ. Стеночка на Ханске, на сетку тоже на него Фата, едва-едва живой Фата. Фата погибает, но погибает также и Death Prophet. Где вообще Некрофос? Некрофос пока еще дерется, я смотрю, он летает пока у нас в Юле, но вот оно его появление. И через 2 секунды он должен убить Чесси. Да. Закидывает еще одну плюху, и это фраг. Свиндлс достаточно серьезно должен, по идее, страдать от его ауры, которая уже замакшена полностью. Так, и мейн-контрол! Что это был за забег? Мейн-контрол? Зачем ты туда прибежал? Ну, они тоже прата-прата. Не, ну туда теоретически мог бы прибежать Некрофос с Аегисом. Ну, так, типа, просто поражать там аурой, попыхтеть, может, пару раз дать этот, деспульс. Но Дарксира я там реально не ожидал увидеть. Так, Сейнджин Яша у Бристлбека. Да, ну, видно, что, в общем-то, пока не хватает силенок пробить Бристлбека, Death Prophet, Брюмастера, просто потому что герои очень жирные, а Брюмастер за счет того, что есть Primal Split. Ну и такого жесткого ДПСера, который бы в секунду сносил вот эти вот Пандаренов, да, например, или ну просто пробивал Бристлбека даже в спину, просто-напросто нету ребят из тем. Ну да, да, вот Liquid, они могут очень классно мясом задавить, попытаться, когда вот эти все крипчики идут, какой-то кипиш, сумбур. Но если у комплекте тот же Бристлбек, например, вырывается из-под контроля и просто начинает бегать с героями, они мало кто что может ответить. Ну, типа, Туск там сразу стреляется. Там. Они могут, конечно, закататься в шар, вот эти сурджи, но просто все это обычно для других целей используется изначально, и не факт, что это будет во время драки. Ну да. Меня еще смущает то, что Фата начал покупать себе осадки раз. Ну, в принципе, артефакт нужен, опять же, для таких командных сражений, 5 на 5, и вроде как дает дополнительную броню, что будет хорошо против экзорцизма. Но хочется, конечно, придумать какое-то решение конкретно против Бристлбека. Ну, то есть, вот Вайпер может в теории купить Silver Edge. Ну, вот может, просто может. Да, может, конечно же. И у Некрофоса появляется Аганим. Замечательно. Теперь он очень много урона с него наносит. И, возможно, Бристлбек даже не будет являться основной целью, ну просто потому, что нет никакой гарантии, что ты его убьешь нормально, так как очень жирный герой, плюс там где-то в бочину, в спину залетит, мало ли там что. Но какого-нибудь Брюмастера, например, или Баншу щелкнуть... Это прям замечательная затея. Что делает Джеракс? Мне интересно узнать. А, там есть две иллюзии Вайпера, которые также пробивают с фрика. Ну и сам Фат тоже с спины заходит. Да, да. Хорошо, сделали отличный килл. Котла, конечно, есть байбек, но можно попытаться найти самый байбек, его развести. Тем более, есть Аегису Матумбамена, не забываем. В принципе, еще будет действовать 2 минуты. Ну и вот подъем на хайграунд. Дэмэдж по товарам осуществляется за счет как раз-таки самонов большого количества. Сами по себе герои не особо тавы, конечно, бьют. Но вот еще и катапульты есть. Да, там волк классно подошел, и громоящер тоже подходит, там разбрасывает френзи. Чуть-чуть не получилось закрыть лимпа. Но... Банша там тоже нормально позицию держала. 27-я минута. Кажется, сейчас будет снесен первый Т3 Таур у команды комплекте. Есть у нас там пивчик по Вайперу, есть пакет ему на голову, еще и гушечка по нему закидывается. Вообще у Вайпера есть БКБ, поэтому в один прекрасный момент это все перестанет иметь смысл. Вот он его успевает нажать. Пошли у нас спириты от крабы, но вроде как проблем у Liquid я не особо вижу. Просто срезали Баншу под Аганимом. У нее просто нет байбека, она не имеет возможности никакой выкупиться. У Бристлбека байбека нет просто по определению. Это значит, что еще минуту его не будет. А это, в свою очередь, значит, что команда Liquid снесет хотя бы одну сторону. Ну, на самом деле, вообще, конечно, нелогично развивались события на этой карте. По идее, Liquid должны были, ну, как вот после выигранного мида, ну, довольно рано заходить на хайграунд и сносить. В комплекте давали камбэк, они выиграли несколько файтов. А на топе сейчас, ну, просто развалились. Вообще ничего не смогли сделать. ГГ. Просто ГГ, пишет Swindles. Легчайшая игра для Liquid, как ну, по мне. Получается, что так. Да, ну и догоны там покупает у нас Main Control еще, по всему прочему. Ну что, Liquid неплохо стартуют. Это их первая карта и первая сразу же победа. Но комплексы начинают не слишком хорошо, потому что...
Ну, 0-1 у них получается, 0 очков. Не, вообще Liquid молодцы. Сыграли классно, уверенно. Вот гнобление мида сработало. Сработало, да. Гнобление мида, то, что еще на стадии драфта, по сути, предрекалось. То, что Death Prophet против Вайпера, подключение любого героя типа Тусика. Но там подключался не Тусик, там задача была у другого персонажа, это был Куро на чейне. С этой задачей он справился на 100%, на 200%. В итоге мы видим Вайперу, которая там 8-4 и Краб.